Малыши, вот мы только что их накормили. Вот этих маленьких тараканов. Маму мы не нашли, мамы нету. Не получилось у нас с мамой, но ничего. Детки живы. Проблем, конечно, куча. Устали зверски. Потому что здесь одна малышня, а в соседней комнате еще. Ой, господи. Ну, они пытаются, вот поставили им чашечку, они пытаются носом тыкаться пока, но кушать не хотят пока. Хотя глазки мы хорошо уже открыли. Глазки мы открыли очень хорошо. Вот такие у нас дела. Это наши дети. Здесь наш семеро. А в другом вольерчике у нас их шестеро. Всего малышей 13. Чёртова дюжина. Друзья, это малыши. Всего лишь малыши, которые не все хотят брать. Многие приюты отказываются брать малышей, потому что они не пиарные и на них не собирают денег. И из-за этого многих малышей обрекают на смерть. Только потому, что на них трудно собрать денег. Друзья, я обращаюсь к вам. Они имеют право жить. Они имеют право жить, правда? Так же, как и мы с вами. Пожалуйста, давайте спасем их. 7 маленьких жизней. 7 красивых маленьких жизней. Просто чудесных. Сопилка. Этот забился, спит. Малышка, покажи мордочку. Ой, ты мой красивый. Мамин медвежонок. Ой, ты какой симпатичный. Вот такой симпатичный. Вот такой симпатичный. Я обращаюсь ко всем, кто захочет помочь спасти этих малышей. Друзья, пожалуйста, помогите. Козье молоко мы покупаем им 3 литра. Это накладно для меня. А выхода нет. Но зато малыши хорошенькие, упитанные, хорошо пьют молочко. Вот такие дети. Вот такие красивые дети. Да? Шоколадки. Такие смешные маленькие шоколадки. Бойся, бойся, бойся. Ой, ты мой золотой.